у чудака. На листе не наклеван на пустом. Кто-то видит все, что сбудется потом. Кто-то видит, что сбылось, что не сбылось. С кем-то рядом, с кем-то вместе, с кем-то врос. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Что все это записывает наша явно не скрытая камера. Надеюсь, что на следующем форуме педагогических отрядов все педагогические отряды России увидят, как эту песню поют у нас во Владивостоке. Ну, а следующая песня популярна не только... Главное, ребята, сердцем не стареть. Нет, я не пою, но на сцене выступать буду. Здесь позитивно, да, эмоции чувствуете. Все хорошо, я счастлива, жизнь прекрасна, я всех люблю. Планеты тянется полоса, видимые силуэты, помним и голоса. Всех, кого мы любим, узнаем, это даже необычные люди, близкие наши. Любую точку планеты тянется полоса, видимые силуэты, помним и голоса. Давайте еще раз проводим бурными аплодисментами отряд вожатых вместе. А теперь я в синем платье, мне по-прежнему все хорошо, я всех люблю, жизнь прекрасна, улыбайтесь друг другу, любите друг друга. Я Алексей Яковлев, командир педагогического отряда «Вместе». Вот буквально сейчас мы на сцене выступали со своей отрядной песней, и получилась просто вот такая конфетка. И я хочу поделиться, как раз, тем, да, почему все так получается. Все довольно-таки просто, нужно подходить ко всему с душой. Главное – это не победа. Для нашего отряда самое главное – сделать то, чтобы потом мы могли гордиться этим все вместе. Можно использовать много-много-много составляющих вещей, но самое главное – это люди. Те люди, с которыми ты делаешь, или те люди, для которых ты это делаешь, которые сидят в зале. Если ты их уважаешь, ты хочешь им сделать приятное, у тебя всегда получится только замечательное выступление.